Хей, йо, гейс, в мишумке мы продолжаем проходить игру по названию... Шкаф. Шкаф. Гардероб. Ну, мне кажется, лучше, легче сказать шкаф. Окей, у нас же на пляжу челик получил посылку странную. Кажется, нужная часть наконец-то... получилась. Так, кровь не привела ничего хорошего. The scientist must have seen too many Doctor Who episodes. Ну-ка. Sure. I really don't know where to start. Давай я поговорим с ним. Теперь все работает? Is everything working now? Мне пришлось убеждать курьера, да? Мне его, ну, он в прекрасном состоянии. Я хочу предложить свою кандидатуру для теста, правда? Ты вообще в курсе о возможности побочных эффектах? Временные парадоксы, невозможность вернуться в настоящее, риск инцеста с собственной матерью, возможно уничтожение мутации хромосом, я бы чувствую перечислять. Скажем так, мне нечего терять. Ну тогда ладно. Ну, если еще одна проблема. У меня закончился плутоний. И мой доверенный поставщик сможет найти новый только через пару дней, так что придется подождать. So you'll have to wait. А и когда он сказал инцест, между матерью, это у нас отсылка была к этому. Как оно называется? Обратно в будущее. Там отсылочка была такая. Так, у нас есть плутоний, в принципе. Можем ему отдать. Может, тебе это заинтересует? Где ты его раздобыл? Okay. Ладно, ладно. Налей аккурат 3 мл на каждые дюжину лет прошлого. Затем добавь 2 мл для того, чтобы запустить машину, и по 1 мл на каждые полчаса пребывания в прошлом. Постарайся соблюдать пропорции как можно точнее. Okay, no problem. Ладно, без проблем. Машина начинает работать, как только ты вступаешь в нужную дату на дисплее. А не стоит путешествовать в будущее, процесс перемещения основан на работе с геометрическим полем Земли, так что если резко того, что ты не сможешь вернуться назад. И помни, ты не можешь сразу перемещаться из эпохи в эпоху, сначала нужно вернуться в настоящее. А можно выбрать так, двери на фотоэлементах, ты точно не охладится далеко от машины, а то в нее забежит какой-нибудь животное и вернется в настоящее... вместо тебя. И самое главное, будь аккуратен и никогда не вмешивайся в пространственно-временный континуум. Да, как скажешь. Сколько плутония он говорил нужно налить? Ну, а если переборщить, то что самое ужасное может произойти? Так, хорошо, здесь я лучше сохранюсь, а то мало ли меня рели куда-то закинет, хер знает куда. Че, ребят, отправляемся. Так, подожди, 1861. 1862. К примеру. Я хочу просто посмотреть, изменится ли что-либо. Так, тут отсылки какие есть. А, дрель. Ага, карта недоступна. Джуманджи, ребята, это игра... настольная игра, которая превращается в реальность. Конечно, жизнь в шкафу нелегкая, но лучше, лучше в нем, чем в Джуманджи. Jumanji, a game игра для тех, кто хочет найти уединение в другом мире. Тут очень хорошо, что первый кубик бросил... Чтобы первый кубик бросил ты. Ты все еще надеялся, что на... Что? Выпадет 5 или 8, да, Робин? Деть, взять рыбу. Catching it fresh is okay, свежая рыба — это хорошо, но в таких же количествах.
I think I see something that glitters in the net. Что-нибудь блестит. И что же там блестит? Serves me right. Next time I better mind my own business. В следующий раз что? А что он сделал? I learned my. I've never been a big fan of fishing. Я не люблю рыбалку. Мане. Может, это Дюмане, который вот у себя ухо отрезал? К сожалению, я не очень хорошо историю искусства. Он рисует два корабля в океане, возможно, во время сражения. Боже, привидение! Да кто вы такой? Меня зовут Мэнни. Мэнни Калавер. Да, то есть, я мрачный жнец. Не хотел вас пугать, мистер Мане. Ваша репутация идет вперед вас. Но вы мне простите, но хватит меня забыть, я не за этим шел. Полагаю, мое время пришло. Верно. Но не совсем. Я могу дать вам второй шанс. Я сделаю все, что угодно. Умоляю вас. Добавьте меня на эту картину в море, так и чтобы мне было хорошо видно. Но это просто нелепо. Вы полностью нарушаете про сразу картину, а про то, что из сцены уйдет саму сражение, я вообще умолчу. Значит, вы мне оказываете, да? Простите меня, мрачный шлюз. Для вас все, что пожелаете. И знаете, что я сейчас вспомнил? А помните ли вы картину, которую мы смотрели, когда я говорил... Что он лежит в море. Типа, было два корабля, и он лежит такой в море, отдыхает. Вот это и было, получается, эта картина. Вау. Блин, я не знаю, кинжал. Но кинжал, это, походу, из фильма или игр Принца Персии. И... Давайте и пойдем в будущее. Нахуй вообще перемещаться вперед? Ой, я еще вижу маховик из этого Гарри Поттера. Наверху. Чего? Чё-то я немного не понял. То есть нам все равно наш... Какое я ставлю время, да? Окей, давайте еще тогда отправимся в 1861. Да, походу, тут без разницы. Какой я этот ставлю год? Да, тут без разницы. Опа, я еще нашел пасхалку. Это... Блин. Вот сколько я уже смотрел фильмов, и фиг уже их вспомнишь. Про мужика, который на острове жил. Он себе сделал, короче, друга из меча. Так, хорошо, что я еще могу сделать? Давайте смотреть. Это только видеокассету. Начищать металлиста. Так, подожди. А, серьезно? Что-то я этого вообще не знал. Стоять. Let's have a look. Дай-ка посмотрим, что там внутри. Возможно ли всего места в такой маленькой коробке? Видеокассета, набор начинающего металлиста. Окей. А, свалка, видеокассета. Ага, хорошо. Хорошо. Допустим. Нам нужно, во-первых, вернуться с вами обратно. Откуда я узнал, что вообще можно... взаимодействовать с данным предметом, чтобы открыть. Я думаю, его нужно кому-то подарить. Так, хорошо, перемещаемся сюда.
Ту-ту-ту. Сука. Не туда. Сюда. В кран. Это крутая песня. Но я никогда ее не видел. Как жаль, что и. Кассету забирает. Хорошо. Шенрон, ревайв Криллин. Живи, Крилла. Мне пора. Не, я что-то не врубился. Значит, начнем тренинг, попробуем петь. Находится зажигаем домик или дерево. Так, видеокассету запрям ее и просмотрим запись. Кинус скажет, что иногда раньше не слышал песни только за музыкальные клипы. Имя лестница, домик на дерево, или диванная корона, набор. Ага, ё-моё. То есть нам нужно было костюм металли. Сейчас. Not bad. Неплохо теперь, really ты такой вызывающий. Admit, скажу честно, really я уже весь на взводе. Тебе сможет спеть мне эту металлическую песню, какую ты хочешь услышать? А слезы и розы стучат Рональда в дверь. Кость Джови, так, живя в шкафу. И степенат, так, рожденный гнуть. Так, нанять песню с видеокассеты. Напеть, давай. Не знаю, как называется, но мелодия там такая. Oh, yes. О, да, I get it. I понял, love that обожаю song. Эту песню. Are you ready? Нихрен... О, я вижу Человека-паука. А я вижу Челика... А, там старик стоял с левой стороны. Really в этот раз я реально облажался. Блин, нужно было остальные тогда прослушать песни. Откуда я там остановился? Хотите быстро перемотаем, посмотрим. Хотя, ладно. О, еще Пакмен, смотрите, призраки и сам Пакмен. Так, хорошо. Теперь нужно отправиться посмотреть живопись. Дракон. О, баллончик взять. Так, хорошо, у нас есть баллончик металлиста. Металл, пробуем. Эскиз. Бросок как раз. Что? Ну, я забрал. Находим игровую команду. Бла-бла-бла. А так, отправим скинем уже в шкаф. Парень, забираем, ага. Вручаем, хорошо. Рычаг. Падает сеть, возвращает машину времени, перемещается к настоящему, направляется на кладбище. Ага, впускаем за склад могильщика Оливера, ага. Ага, хорошо, допустим. Отлично. Так, нам нужно с вами на кладбище. Мы с вами еще в рыбу упали. Нам нужно сюда теперь пойти. Там, понимаете, моменты, которые мы уже с вами сделали. Божечки, что за ужасный запах? Ты должен тотчас же помыться, вот возьми. Так, хорошо. Теперь возвращаемся сюда. И идем к мужичку.
Так, который купается у нас. It's a little too big to make it past the keyhole. Be quiet, or my husband will hear us. Хорошо, у меня есть пена, так? Be quiet, or my husband will hear us. Надеваем красное покрывало на да там. Cuddle me, hot stuff. На второй этаж. Браво. I love when you do that thing to me. Хорошо. Так, нам нужно теперь вот что сделать. Hurry! Я буду, конечно, по-другому делать, но ладно. Хорошо, не больше не беспокоить. Мне там не нужна пена для ванны. У меня тут есть бутылочка. Okay, ладно, можешь войти. Нельзя ставить это на полку, пена для ванны. А, первая ссылка. Это... Ну, вы поняли. Про мальчика, что спас призрака. Дала взять. Oh, no. О, нет, видел я, что бывает в тюрьме. Первое правило личной гигиены, никогда не забывай о личной гигиене. It wouldn't be a bad idea. Идея не самая плохая, но у меня есть еще куда важнее. Так, мысль. Ты не отвечаешь на все глупые вещи, которые заставляешь меня... Нет, постой, если подумать, то ты только это и делаешь. Так, самодельная бритва. А, хорошая бритва. А я думаю, что только у тебя тут. Я не хочу раскрывать свои... Я так рад, что вас не мог хочет доказать, какой ты тупой. Я знаю, когда маленький был, ты тоже любил имитировать голос, не так ли? Может, для тебя это уже в порядке вещей, но мне это практически не по праву. Лучший способ собрать лайков в социальных сетях. Скажем так, не только моя душа умерла и выглядит так. Туалет. The revenge of millions of goldfish, ruthless flushed down the toilet. I don't feel right putting back the glass bowl. Why don't you sit on it? I don't feel right putting back the glass bowl. Why don't you sit on it? 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 I don't follow. Не понимаю. А что ты не понимаешь? I wouldn't know what to do. Not before he's done Нет, with она... his bath. Пока он купается. The character designer of Дизайнер this игры должен быть очень хотел добавить в нее больше плотных персонажей. Брейч. Not before he's done with his Нет, bath. Пока он купается. What are you doing locked Почему in here? I'm enjoying some well-earned rest. Наслаждаюсь заслуженным отдыхом. Я боролся, хранился в городе Самотей и не часто выдаюсь свободным минуткам. К счастью, реально за мою кузницу не вижу Хэллоуина и предлагаю посидеть в ванной. В ночь Хэллоуина музея так нужно хранить. Я тоже самый профессор спросил, но думает он сам по себе. Чисто же в тот момент возьми водопозырь Томми. Он немного мокрый. Даже не хочу... Так, проход музей. Музей закрыт для посещения, поэтому пропускай в полосу, но заходи, если ролик окажется. Если пойдешь, проверь там этого королика и все его... Да ладно, тут еще есть. Еще локация, нихера. Давайте я тогда в одно место забегу по-быстрому. Your firecrackers? Петарды или жизнь? Do you think you can Думаю, что напугаешь кого-нибудь таким балхом? Но у тебя даже нету
Теперь, когда я присмотрелся, твой костюм на Хэллоуин просто посмотрелся, просто ужасный. Боюсь, мне придется придумать что-нибудь еще. Надеюсь, здесь я слишком грубителя от телевизора и видеоигр. Спасибо большое, канал NVO. Что за бабки? Она их напугает. Ба, там надо мной два парня смеются. Тут обижают моего милого Ронни? Уродцы. Не переживай, милый, сейчас бабушка с ними разберется. Ха-ха-ха-ха. Видел бы ты их лица. Петарда. Так, хорошо, теперь перемещаемся в музей, ребята. А на карте здесь есть какие-то пасхалки? Да, походу, нету. Ну что, давайте музей. Думаю, думается, мне тут будет много пасхалки. О, нихера, три сразу. Ну давайте с этого. Лицехват. Это у нас Чужой против хищника. А потом фильм аниме Ходячий замок. Ходячий замок и чучело, который помогал девочке. А тираннозавр, который живой, это отсылка к фильму Музей, где живые все манекены были, ну вообще экспонаты. Не такой уж и плохой шарф. Expect something like this inside my next gift bag. Why would I need a face hugger when I've already got you? Perpetually breathing down my neck. Вечно... Так... I doubt you'd be able to cling to a big head like mine. Такой жбан. Рыцарь. Winter is coming. Зима близко. Отсылка к трону. Ну, то есть не трону, а Игра Престола. Разве рыцари не позволили сказать кичи на фальше? Ты вообще представляешь себе, как в такой медленной коробке? Мне нужно почти 1000 лет время задуматься о том, как сохранить мои кости. И не пора ли вам не пенсию? Хотелось бы поверить, но очень бы хотелось. Но, к сожалению, герцог так и не заплатил мне за мои честные прожи. Никогда не знаю, что Дэвил Блоу был рыцарем. Я говорил не про изображенного белого рыцаря, а про черного герцога. А, понял. Тогда очень не хватало динозавров. Позеров. Except to feed Rex. You can never compete in a race with the Velociraptors. Забейся уже, Рекс. Что? Забейся уже, Рекс, себя в жизни великой... You can never compete in a race with the Velociraptors. Так, сохраняемся сразу. Так, давайте сначала, наверное, в растительный мир. Так, живые кактусы... Опа! Это кактус у нас из игры... Final Fantasy, это у нас из игры Червячок. Вот еще кусты. Это ловушка! Sorry, guys, but извините, парни, но я не могу обвалить свои... Обезьяна. Обезьяны всегда такие милые, наглые. Даже не думай о том, чтобы начать битву с... Снежами, что? Снежками, я тебя предупредил. Ап, я понял. Лягушка. Зацеловать кучу старых дев из-за какой-то глупой сказки. Блин, я бы вообще не завидовалась. Привет, крошка, привет, дорогуша, привет, моя джазовая девушка. Нет, не совсем нет. А песня знакомая, если брать английскую версию, это какая-то группа, но эта песня существует. А когда он говорил, типа, зацеловать, это отсылка к... про лягушку. Включить. Растения, семена, ягоды и цвета. Хоть царство растений может казаться безвидным, оно может поглощить в вас множество способов. В эпоху Возрождения женщины использовали Беландору в качестве капелли для глаз. Отрывая низа головы, блистали, но ягоды ее смеялись. Алиарна – одна из самых распространенных растений в Средиземных, настолько опасна, что его инстинктивно избегают все живые существа. Не стоит верить старым поговорам, что яблоки, большее количество яблок с деревом может привести к летальным исходам. К
коротко. Если вы вегетарианец или веган, ваши дни сочтены. Ешьте мясо. Хотя, если подумать, мясо вызывает рак. Вы все умрете. Так, общее описание конфликтов Второй мировой. Причины конфликта довольно обширны и сложны. А это продолжалось 6 лет, с 1939 по 1945 год. В конфликте принимали участие большое количество стран. А ежи не просто так и назвали мировой войной. И в связи с этим мы предложим вам прослушать старый насыщенный и программистый обзор самых важных сражений. Бум! Ладно, не буду это озвучивать. Смешно. У меня все в средней школе было только по истории, так что удивляйтесь, прекратить прослушивать. Ладно, что еще по ссылкам? А майор Ти Джей Конг. Вот это может быть отсылка на довольно старый фильм, где челик сел на бомбу, короче, открылся, и он, короче, в скайбойской шляпой такой падал. Так, танк. Когда мы мелкие, всегда хотелось себе такой. Да, если сейчас хочется, особенно когда у меня... Что? Глазами. Когда он у меня перед глазами. К сожалению, если это сказать дробов, занят тот или немного только бункер. И брать я его не буду. Боюсь, это всего лишь экспонат. Они оставили только его осколки изнутри, да вообще все вытащили. Мне больше не 3 года. Скажу честно, эта фишка с радио, она была одновременно одной из самых невероятных и неуспешных в истории. На твоем месте мне бы смеяться, этот национальный доктор все еще всех благодарит. Так, бомба обезвреженная. Даже не думай что-нибудь трогать. Одна из самых часовых бомб. Я думаю, что количество оторванных конечностей вызвано преждевременной детонацией ручной гранаты резко сокращалось после изготовления таких. А вот это, ребята, ссылка, если вы играли в игры, где нужно летать самолетиком, взрывать ряды самолетов, там, короче, давались бонусы. И там бонусы были в таком вот виде. Вот это может быть отсылка, но я не уверен. Ага, мы перешли с вами, походу, в кабинет... История, да? Ну, там, где Египет был изображен. Включить. Викинг открывает Норд. Многие думают, что викинги были дикими и любили кроме того, что они были прекрасны моралинные и превократители. Они также преуспешили в юридичестве. Скажем, большие их женицы были независимы и нередко сопровождали мужчин в походах. Викинги сделали из 8 внешних видов. Они принимали бойню раз в неделю, удаляли ненужные волосы и чистили уши металлическими палочками. У них были рангов и стильные отличия. У корабля был один капитан, а вот воитель мог стать любой. Просто особенно известные борские воины, освященные на жизни, могут бойни... Говорят, они были непобедимы. Утверждают, что они принимали специальный отвар из алкоголя, халапы и зеленого экстера злого яйца одного из самых смертельных грибов на свете. Опа, а здесь можно... Вот это, ну понятно, кто это, ребята. Это отсыл... Вот этот, именно вот это, да? Который играет. Это отсылка у нас на... был мультфильм, и даже есть фильмы Астерикс и Обеликс. Это который постоянно играл на своей херовине Египет, легенды и ложные мифы. Возможно, по культуре Египта самый популярный среди древних цивилизаций, хотя он и был отличный от остальных. Чтобы не лишить воду, мы рассмотрим пару ложных мифов о них. Потом один из самых знаменитых фараонов провел всего 10 лет, а потом погиб в возрасте 18 лет. А сделал его знаменитым миф о проклятии его гробницы.
Лорд Карнарвон. Лорд Карнарвон, профессиональный этому экспедицию, умер за год от обнаружения гробницы, а Кофферт и другие археологи вполне словно вошли до возраста в 70 или лет. Миф о строительстве Тера тоже ложный, их строители не рыбы, а наемные рабочие. А так как валюты не было, то рабочие платили еду на основе хлебом и пивом. Прекрасные люди, правда? Так, что у нас еще? Молотора. О, ребят, Молотора, это понятно, это бог, фильмы есть. Может быть, я его и храбрый, но у меня точно не такая чистая душа, чтобы я смог понять его. Молотора, бога грома и молнии. Тоже официально рекламировать, представляет средств. Средств для волос. Похоже, что я одел звездный полосатый костюм. А, ну тогда да, это отсылка именно к Тору из... Marvel, DC? Я не разбираюсь в этих вселенных. Можешь спать спокойно, маленький Ролл, ровно тебе никогда не, никого не будет. Даже компания... Что? Компания Старк? Старк, она такое не способна... Да, все-таки да. Старк, компания Старка, это компания Железного Человека. Дракат. У них такие огромные луки, и даже я приду себе не могу. Какого это встретить? Если бы у меня в шкафу было место побольше. Современно очень интересный народ, но боюсь, у них времени нету. Зелье друидов. На самом деле, как видел, совершенно геометида. Пожалуй, нового игрока, от этого я устал. Конечно. Моя клептомания уже должна там ходить. Как жаль, что это всего лишь репродукция. Выглядит, насколько отчаянно... Так, а можно ее набрать? У нас стаканчик есть. Не понимаю, к чему это приведет. Что здесь у нас? Па, Клеопатра. Здесь у нас Марио. Пришельцы, которые похищают коров. Фараонесса. Я тебе вот что скажу. Она имеет вас... Что? Восседать на троне. Довольно странно вот это вот выглядит все. А похоже, вы кого-то ждете. Жду, пока кого-нибудь многое численных поклонников не сделали первым шаг. Какой вот нам бояться? Это тот, я и не знаю, думаете, напуган моей красотой. Тяжелый будни красавица, да-да. А я... И как же должен выглядеть этот ваш прекрасный принц? Я жду уже многие века у нас королева есть кое-какие нужды, куда следует туда отправить. А я просто хочу найти хорошую мумию и жить в... до конца. И так уж и сложно. Если соль на рану. А что случилось с фараоном? А слуги наши его мертвы. Он умер от укуса змеи. Помню только, что разозлилась на него. Не то чтобы две эти вещи были связаны, определенно. Конечно, конечно. Ага, передо мной встал выбор. Не думаю, что ты слишком молод. Что? Тебе едва 15. Ну, конечно, верно, что моя красота покоряет все возрасты. Вообще-то, не хотел к этому. Думаю, я недостойно красивый для тебя? Не, вовсе нет, вы красивый. Я хотел... You better. Тут тоже. Так, оставлю вас наедине с вашими мыслями. Ну, да, все-таки он вышел. Что ты хочешь? Тебе нравится быть ночным сторожем? Так, пасхалки, что здесь за пасхалки? А, их, походу, здесь нет. В каждой было локации какие-то пасхалки. Вы чё? Ну ладно. Я замечаю свою кузину всего на одну ночь. Да, он мне рассказал. Да, возможно, ты знаешь, что я ненавижу Хэллоуин, но он действительно мне на нервы. Как такого много случилось с тобой ещё в детстве, что ты так не возненавидел? Однажды парень насладил мне на голову огромную тыкву. Доктор смог снять её только спустя 4 дня. А, кажется, этот стул для тебя слишком высок. А если подумать, то был самый мелкий, когда я ее нашел. Ну, тебе нужна лестница, чтобы забраться туда. Ну, так ты хочешь, чтобы легко до конца...
Да, консоли. Зачем тебе пульсометр? What about that heart? I'm a heart patient. У меня большое сердце, мне нужно следовать за пульсом. Maybe if you didn't drink so much coffee. That's easy for you to say. My shifts here are deadly boring. А мелкий, толстый, да, с сердцем проблемы, может быть, еще хуже. Small, chubby. Your sarcasm leaves me completely indifferent. You have the reigning national champion of the insult contest in front of you. In case you didn't know. Nobody and nothing can beat my sharp tongue. Так, show me then. Тогда так. О боже, в твоих ротаках так были дети поболее. Ты искришь свой позвоночник, коли искришь, как огурчик в бочке. Кручишь. Зуб дам, что лучше брата б ты охранником не стал. Мне просто здесь буквы, блять, на ТМ. Такое. Он за тобой арты расслабления. Я смотрю от тыквы следы свежие. Так, ужасной имени не слышал я. Ты слишком толстый, не надо так эгозить. Твою подписку Netflix кто-то взломал. Netflix. Ты не устал палить все эти мониторы? Запах изо рта у тебя не очень так. Быстрый. В Египте зале беда. Quick, immerse the mummies must have woken up to mock your ugly costume. Никогда. You have you'd better be worried about your osteoporosis. Я бы последний за твоим искренним позвоночником. I thought you were better than that. Maybe that chair is a bit too high for you. And I think it was the smallest one I could lay my hands on. I suppose you needed a ladder to sit on. Лестница, чтобы... Уверен, в этот раз у меня получится. А, твой кузен хотел знать, как ты тут справляешься. Wanted... Yeah, right. Ага, справляюсь. So но же так как бывается... И что боится, ты бы став амбуса не ожидал. Это что такое, что за помехи были? Your cousin wanted to know if... Yeah, right. I have so many unruly visitors. What is he afraid of? The anu... А, значит, это было только... This time be my... Your Netflix. Подписку Netflix отменили. А, теперь мне посмотреть новый сериал. А, наверное, Купидон твое сердце пронзил. Хорошо, значит. Не был так восхищен первым так, эпизодом Звездных войн. Джаджа мой любимый герой. In my excitement of... Ах, хватит, задыхаюсь, постой. Вот твои... Короче, с родаками с его лучше вообще не трогай. Вон за тобой Артерос. Так, я смотрю от тыквы следы, такой толстяк еще не пейся, только, наверное, Купидон твой, всем быстрее в Египте зале запах изо рта. Ты не устал палить в эти мониторы, ты слишком толстый, не надо, так, ужасный... Я смотрю, ты так вон за тобой. Behind you. А то, что он повернуться не может. Right in the chest. Дождись бы до следующего дня рождения. О, так а здесь я уже даже не знаю, ребята. Наверное, Купидон твое сердце пронзил. Ага, получилось. I warned you, but я тебя предупреждал, а ты не верил. It seems to me he's мне кажется, он начал задыхаться. Everything's fine in the botany room. В ботаническом зале все в порядке. The soldiers are still operational. Эти солдаты все еще работают. Nothing to report from ancient Egypt. А что, подожди, мне делать? Тихо. I may have put the guard out of the game, but I remind you that the area is still watched by cameras. If I were you, that big. Так, давайте, я думаю, короче, на этом закончим, ребят. Если что, я соединюсь в серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.